как Иисус-сенсей объяснял дистанцию в своей воде? Что мы ехали, мы делали атаки, приблизительно вот так. Он сидел, очень близко посмотрел. Я не захотел вставать. Я думаю, что не надо объяснять, почему. Он говорит, вот эта дистанция всуваривоза. Такой дистанции всуваривоза нет. Если мы можем встать, дальше. Если вы подняли ногу, подняли колено, вы потеряли опору. И все преференции всуваривоза исчезли. И нет. Я хочу подчеркнуть, это не мои слова. После этого я перестал так делать, потому что я не знал этого. Это я вспомнил, как мне объясняли всуваривоза, дистанцию, и попытался объяснить вам. Следующее, что хотелось вспомнить. Сегодня Олег Анатольевич проводил первую часть тренировки. Он нас познакомил со старым отношением к партнеру. Потому что раньше партнера не было. В старых древних боевых искусствах, когда еще айкидо не было, вообще понятия партнера не было. Не было. Был ассистент, если перевести с английского, с французского, с японского на русский язык. Был ассистент. И тот, кто делал технику, тот определял все. То есть фактически те же самые методики используются в работе, ну, допустим, борьба. Дзюдо, самбо. Вольная, греко-римская, как учиться бросать. Я ни одного не видел борца, который учится бросать после того, как его взяли. Вот это я хотел бы довести до нашего мнения. Ни одного в жизни. Представляете, мы не можем бросать там кошинаги, бросок через. Ну, нас это переводят в бедро, но по-японски бедро по-другому звучит. Поясница, бросок через бедро, да? Я не видел ни одного дзюдоиста, который учился бы бросать после того, как его взяли. Они что делают? Они подходят, берут, бросают, берут, бросают, берут, бросают. Это старая методика. Джиу-джитсу, дайторю, элементы которого мы увидели. Иккё делали так. Никогда не позволяли атаковать. Никогда. И поэтому речи о самообороне не было. Делали так. До увеления. А потом делали. Что-то еще. Понятно, да? То есть работали только с ассистентом. Но в айкидо появилось понятие. Я не буду использовать японских терминов, хорошо, потому что некоторые используют старые термины, некоторые новые. Там, тори, наги, уки. Я не буду об этом говорить. Буду говорить только о смысле, хорошо? Вот в старых техниках не было понятия партнер. Был мальчик для битья, был ассистент, на котором мы учились. Мы менялись ролями, он учился на нас, потому что мы были мальчик для битья. И такой был процесс. О, у нас нет портрета, к сожалению. О, сенсей впервые сделал понятие партнер. Под партнером подразумевается равноправие, да? Правильно? То есть у них как минимум равнозначная задача. И те партнеры, которые были у сенсея, на предыдущих наших тренировках, предыдущие наши сенсеи рассказывали, да? О том, что, чтобы не повторяться, да? Короче говоря, о том, что задачи у того, кто делает технику, и у того, кто атакует, должны быть равнозначны.
равнозначны. С двух сторон это роли, но они равнозначны. То есть нам партнер не может быть что-то должен. Как-то по-нашему атаковать, или как-то по-нашему брать, или как-то, понятно, да? Он партнер. Или мы должны назвать его старым словом ассистент и использовать старую методику. Или мы должны перейти к новой, которую нам оставил сенсей. И как предыдущий один из сенсеев сказал, что те люди, которые атаковали его сенсея, они умели это делать. Не было такого. Если вы посмотрите, кадров очень много в интернете. Поэтому нас между собой, или наших учителей, или еще сравнивать бессмысленно, надо всех сравнивать с основателем, потому что это было бы честнее. Ну, я не видел, чтобы у сенсея атаковали вот так. Смотреть туда, брать туда, или ушами, прислушиваясь, что делает партнер. Или в положении взаимного убийства, это называется аючи по-японски. Чего можно допустить? Почему в дайтарю есть положение взаимного убийства? Потому что нет партнера. Поэтому мы говорим, сиди и держи. Понятно? Вот в чем заключается старое понятие. Он ассистент. Он обязан. А партнер ничего не должен. И вот в этом, мне кажется, и те сенсеи, с которыми я общался в Японии, они со мной в этом плане согласны, или я с ним. Я задавал вопрос, но тем не менее получил ответ. Что это так. И получается, те люди, которые не умеют атаковать, начинают имитировать, они превращаются в тех же ассистентов, потому что те, кто делают технику, может себе позволить остановиться, у них может быть два начала до момента соприкосновения. И интересный японский мастер, который проживает в Испании, его фамилия, его зовут Китао Кисенсей. Он две статьи очень интересные написал, вы можете в интернете прочитать, они переведены. Кимусуби, принцип айкидо. Вот одна из этих статей называется так. Мусуби – это вместе, ки. То есть не должно быть просто противостояния ки. И он еще один термин расшифровывал, это авасел. Вот вы можете набрать китаура. Это все выплывет, вы прочтете, и мы не потеряем там 10-15-20 минут, чтобы что-то сделать. Итак, те люди, которые учили меня, они учили меня так. Айкидо — это не самооборот. Я сижу, говорю, да. Это означает, что ты никогда не должен ждать атаки. Не должно быть такого. Понятно? Я говорю, ну, то же самое в карате. Он такой, да, то же самое. В карате есть принцип сен-но-сен. Если его перевести с японского, не с английского, а с японского, инициатива до инициативы, до инициативы. Это означает, часто каратисты переводят так, бей первым. А в работе с оружием, и этот принцип перетек в айкидо из работы с оружием, сен-сен-но-сен. Понятно, да? То есть мы должны создать у него с помощью нашей инициативы инициативу. Это очень трудно понять. Вот, и те люди, которые учили меня, говорили, ни в коем случае ты не должен наступать на эти грабли и ждать атаки. Ты должен начинать первым. Первый этап — это начинать первым, второй этап — это не ждать. Ты можешь начинать первым, не начиная первым, создавая инициативу, создавая там какие-то на себе открытые участки, которые он может атаковать. Не сильно сложно. Это теория, ну вот, повторюсь, это не мои слова, я могу их только трактовать, иногда пытаюсь, но тем не менее. Итак, ассистент, партнер, вот это для меня главный критерий. Второй критерий. На сайте Хомбудожи написано, айкидо — это будо. Если кто владеет языком, мы не перевели еще это дело, то почитайте, очень интересно. Это слова основателя, как он объяснял. Как он объяснял такимусайки. Он разделял такимусайки на три части. Масакацу, агацу и кацухаю. И некоторые великие мастера говорят, что основная проблема айкидо в том, что до третьего этапа, до третьего уровня такимусы никто не дошел. И как только кто-нибудь дойдет, то... Ну, это лирика, дорогие друзья.
Итак, неуязвимость, итак, а все остальное можно упаковывать что угодно. Если мы хотим выйти из семьи боевых искусств, значит, мы должны убрать самый основной принцип Будо. Это неуязвимость. Дальше. Меня интересовал вопрос, и я начал задавать вопросы тем сенсеям, с которыми приходилось общаться. Это было и в Токио, и в Осаке, и на Окинаве даже, и в Шингу, и на Хоккайдо, в Саппоро. Мы вместе посещали тренировки Дайтарю, в Энгару, где сенсей встретился с Сахаром Топедой. Было очень много интересных людей, но все они по-разному это видели. На самом деле все по-разному. И меня интересовал вопрос, а как нужно правильно атаковать? Вот на всех семинарах я в течение там, последних условно, 35 лет слышу разные отношения к тому, кто атакует. Я не называю сейчас это руки, да? Не называю. Если мы равнозначны, то для того, чтобы атаковать, надо хотя бы смотреть. Ну для чего? Для того, чтобы видеть, куда атаковать. Невозможно атаковать. Смотреть на Данилу, а атаковать Виталию. Это глупо. Поэтому я согласен с теми, кто считает, что когда мы атакуем, мы должны смотреть. Для чего? Для того, чтобы искать, куда ему обозначить. Не обязательно бить. Ему задачу надо выполнить. Дальше. В части этой техники меня интересовал вопрос, знаете какой? Я задал глупый вопрос в Саппоро. Одному из... Сегодня Олег Анатольевич вспомнил этого человека, его фамилия Курихара. Он в 91 году был в Новосибирске, проводил семинар в Динамо, тогда Виктор Львович Овчинников участвовал в этом деле, в организации всего, было очень много народа, очень много народа. Тут Курихара это... Я у него спросил на тренировке, он меня приглашал с собой, и говорит, ответьте мне на один простой вопрос, потому что меня интересовал здравый смысл. Вот мы делаем технику. Вот из этого положения, когда все готово, нам остается только сделать. И все. Зачем мы это думаем? Ну зачем мы вот из этого положения, когда все решено? Вот Виталий показывал технику, да? Ну пожалуйста, пиджики мяса я сделаю. Зачем его поднимать? То есть мы в дамках, мы по сути дела можем делать удержание асаи. Зачем? Зачем нужна эта боль? Айкидо же это любовь, это гармония. А когда делают ники, такое впечатление, что руки нет. Ну с улыбкой надо это делать, потому что ну, что-то непонятно. Он мне объяснил следующее, он поднял и сказал, вообще-то делали так. Эту технику делали так. И забирали то, что есть. И не давали возможности ему встать, а сразу опускали. Вот это мне понятно. Но это работа с ассистентом. Он такой, точно. Потом говорит, ну вот оставайтесь, вот делай. Говорит, больно не было. Он освобождал место. И часто объяснял техники. Я говорю, а вы слышали сами от основателя? Он говорит, нет. Я это... И начал меня за столом писать иероглиф. Первый иероглиф был как у Ямады. Яма, гора. А второй я узнал. Он говорит, Ямагучи? Он говорит, да. Вот Ямагучи его учил. А Ямагучи был сенсеем у Костяна Тиси. Сэнсэй Ямагучи. Вот он объяснял, что со сенсеем было удивительно работать. Ты ощущал, как будто тебя куда-то затаскивают, постоянно был вакуум. То есть мы не натыкались ни на что. Вот не было вот этого. Не было вот этого манипуляции. Мы можем очень много говорить про локти, про позвоночник, про бедра, еще чего-то. Но когда мы рассуждаем категориями нашего, сейчас уже нельзя сказать партнеров, вы же про него думаете? Понимаете? Он думает про нас. А мы думаем про него. Возвращаясь к статье Китаура сенсея, когда он говорил кимусуби, это принципы айкидо, так статья называлась. Потому что ки должны смотреть в одну сторону. Вот так.
а не вот так. Понимаете? Потому что если он будет думать обо мне, а я буду думать о нем, что будет? Будет единоборство. К айкидо это не имеет никакого отношения. А парадокс, вот Курихара мне объяснял, парадокс заключается в чем? В том, что цели у него и у нас должна быть одна. На что я с такими глазами выкрикнул, это мы что ли? Он такой, точно. Это мы. А для того, чтобы цель была одна, он объяснял японскими терминами, говорит, надо победить себя. Это значит, надо выйти на второй этап таким узлайки. Масакацу, потом агацу. Агацу переводится как чисто истинная победа. Победа над собой. Победа над собой заключается в том, что мы занимаемся собой, а не им. Потому что когда мы занимаемся им, его руками, его бедрами, его головой, его носом, глазами и так далее, смотря на это, мы атакуем. Понятно? Но повторюсь, это не мои слова. Это я передал те идеи, те мысли, которые когда-то для меня были революционные, и я из этого пазла не мог собрать для себя как-нибудь. Одни говорят одно, другие говорят другое, третьи говорят третье, а нифиг больно. Ну, зато гармония была. Так, ну уже 20 минут, хватит. То есть я скорее, получается, вам вопросы задаю, нежели на них отвечаю. Понимаете? Потому что так же, как я задавал вопросы тем сенсеям, с которыми счастье довелось поработать, да? Но на самом деле мы слышали очень много парадоксальных вещей, и как их разрешить. Черт его знает. Черт его знает. У нас не такой высокий уровень айкидо, чтобы говорить о таких вот понятиях, о таких вещах. Но спрашивать себя мы все-таки должны. Почему? Потому что чем мы отличаемся от других видов боевых искусств? То, что мы друг друга не бьем, это неправда. То, что мы не ломаем руки, это неправда. Ну, как в том анекдоте, помните, идет этот правдом мимо памятника Марксу, и дворник метет, фильм был такой анекдот. Дворник поднимает голову, а этот управдом смотрит портрет Маркса и дворник Маркс. Один в один. Он такой, слышит, вот ты это, бороду-то сбрей, как основателя, да. И этот дворник стоит, метет и говорит, бороду-то я сбрею, а мысли, мысли куда я дену? И опять на Маркса. И вот, вот эти мысли, которые приходят, когда мы занимаемся и эти парадоксы у себя пытаемся разрешить, на самом деле не хватает уровня, не хватает ума, каких-то вербализаций. Обращаю ваше внимание на положение. Такого положения быть не должно, потому что смысла нет делать технику. Это положение называется аюч, положение взаимного убийства. Поэтому нам выбрать. Попробуйте такой вариант. Хорошо?